Чи можна? Поздравляю вас. Здрасте. Да, я вам сюрприз привез. Сюрприз привез. Такой офицерский подарок. Ничего здесь такого особенного нет. Ух ты, у вас сторож-то. Это часики. Это тут газета «Правда». Как раз, держите. 1927 года. 17 апреля. Почитаете. Давайте сюда, 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 сюда. Лазарович, дорогой, мы вас... Сидите, пожалуйста. Мы вас сердечно поздравляем с днем рождения. Мы никогда не забудем того, что вы сделали и для страны, и для нас. Мы это очень хорошо помним. Для нас работа с вами – это очень хорошая школа была. И жизненная, общечеловеческая, и профессиональная. Мы знаем, как вы относились к делу. Это самый лучший для нас был пример. К делу, к стране, к службе. Мы вам за это очень благодарны. Это все с нами идет по жизни. Вам спасибо большое. Мы вас поздравляем сердечно и искренне. И желаем вам всего самого хорошего. Здоровья вам и настроения. Поздравляю вас. С днем рождения. С днем рождения.